Для манипуляции сознанием в большинстве видео часто используют прием 25-й кадр. Но применять его мы, конечно же, не будем. Честно. Чемпионат России. Турнир, в котором определяют лучшую команду со всей страны. 12 команд из 12 городов в борьбе за ценный трофей. У всех равные шансы, и каждый способен завоевать заветный титул. Здесь нет явных фаворитов, и каждый бросок может стать победным. Все команды будут сражаться до последнего, чтобы получить желанный кубок. Но чемпион всегда один. Здесь и сейчас решается все. И сегодня мы узнаем, кто победит. УГМК.